Играем. Давайте посмотрим, будет ли это работать на собаке. Скорее, скорее, улыбайся, улыбайся. Уже стоит попробовать, это полет. Ну и останется только классную музыку наложить. Рваные джинсы. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня вторая часть, как я делаю короткие видео в Квай. А также будет крутой Эмодзи Челлендж. Ну и другие интересные фишечки, поэтому подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, а мы начинаем. Многие из вас помнят видео, которое выходило летом о том, как я делаю короткие видео в Квай. Если что, потом можете посмотреть это видео, оно называется «Мои секреты, как я делаю короткие видео». С момента выхода прошлого видео в Квай появилось очень много нового, а зная все фишечки и успешно пользуясь ими, можно раскрутиться в Квай. Это моя мечта! Квай – это такое приложение, в котором есть очень много разных масок, разных эффектов, и главная особенность – это коротенькие видео. А делать там видео очень легко, и сейчас я вам это покажу. Начнем с Face Dance. Я называю это Emoji Challenge, потому что это реально мини-соревнование. Запись вашего челленджа можно выложить в Квай, и у меня, допустим, этот ролик набрал по сравнению с соседними больше просмотров. Значит, всем нравится? Давайте попробуем. Играем! О, боже! Ну и челлендж заключается в том, чтобы набрать максимально возможное количество баллов. Постоянно бить свой рекорд и соревноваться с другими. Кстати, эта штука отлично развивает мимику лица и улучшает настроение. Основная задача – это повторять те эмоции, которые показывает смайлик, но я, если честно, не с первого раза просто поняла, особенно вот этот вот эмодзи. В бок повернута голова. Ребят, присоединяйтесь к челленджу, это весело. Крутяк, вы обыграли 40% игроков. Давайте посмотрим, будет ли это работать на собаке. Ну давай, Джин, давай. Давай. Скорее, скорее, улыбайся, улыбайся. Давай, молодец, молодец. Давай вот так, поворачивай голову. Давай скорее. Давай. Ну давай, улыбайся, Джина. Сюда, сюда, сюда. Джина набрала 110 очков. Надеюсь, из моих подписчиков никто меньше Джины не наберет. Обязательно сыграйте и напишите в комментариях под этим видео, сколько очков у вас получилось. Кто больше? Чтобы вы не искали, ссылку на Квай оставлю в описании под этим видео. Но еще есть одна штука, которую тоже стоит попробовать, это полет. Вы прыгаете, второй человек вас снимает в тот момент, когда вы как раз подпрыгиваете. У вас получается очень много кусочков ваших прыжков. И затем вы каждый прыжочек укорачиваете до такой степени, чтобы само видео, в сам отрезок вот этот, попал момент, когда вы подвисаете в воздухе. Вот исходное видео, которое мы сняли. Для того, чтобы отрезать, нажимаем кнопку «Больше». Появляется кнопка «Отрезать». Нажимаем на нее, и появляются ножницы. Нажимаем на них. И с помощью ножниц обрезаем момент, где я касаюсь ногами пола. Обрезку можно регулировать по краям и двигать по всему полю. Делаем таких обрезок столько, сколько у нас прыжков. Таким образом получится вот такая нарезка вашего полета. Ну и останется только классную музыку наложить. Если вы постараетесь, возможно, у вас получится даже лучше, чем у меня. Также всегда хорошо заходят так называемые залипательные видео. Вам нравится эта подушка? Другим тоже нравится, и об этом можно снять видео. Прямо вот так вот. Всем нравится смотреть, как замешиваются лизуны, как нарезается кинетический песок, как перебираются вот эти пайеточки. Да и просто помять какую-то классную игрушку. Не бойтесь, снимайте больше видео. Конечно, не стоит ограничиваться только такими видео, потому что люди все-таки любят смотреть на лица других людей и подписываться на них, нежели чем на руки. Но все-таки на вашей страничке Квай вполне может существовать такая вот рубрика. Теперь давайте зайдем в раздел масок. Вот этот смайлик. Нажимаем. Не забывайте использовать маски, не зря их там очень много. Но использовать их нужно с умом, так, чтобы зрителя это сподвигло поставить лайк. Рваные джинсы. В Квай есть популярные видео, у которых можно чему-то поучиться или вдохновиться.
В моем профиле Квай, ID вы сейчас видите на экране, я выложила несколько новых видео, которые подбросят вам несколько идей. Поэтому, если вы на меня подпишетесь, то увидите меня в разделе подписки. Вот здесь вы будете видеть мои видео. Кстати, во время съемки одного из видео Джина влезла в лизуны, но я не стала переснимать, выложила прямо так, так что это видео вы тоже можете посмотреть. Джин, ты опять ищешь лизун? Кстати, в Квай часто проходят разные конкурсы. Вы можете не просто снимать видео, но и одновременно ваши ролики могут участвовать в разных конкурсах. Например, скоро будет новогодний, и там будет много призов. Подписывайся на мой канал, на меня в Квай, и увидимся в новых роликах!